Всем привет, дорогие телезрители! Сегодня снова с вами Басон, и сегодня я начну прохождение игры Guns, Gore and Cannoli. Игра у нас экшен, инди. Давайте начнем новую игру. Уровень сложности норма. Можно играть в кооперативе здесь. Играем мы за наемником мафиози. Как видно из меню, мы будем воевать с зомби. Также там будут встречаться мафиози, которых будем тоже мочить. Сейчас пройдет загрузка. Небольшая предыстория, что мафиози наживались на алкоголе, на продаже, когда был запрет на его продажу. Он как раз Каноли Винни. Как раз название игры Каноли. В общем, нас нанимают для того, чтобы нашли одного парня в каком-то городе. Фрэнк его зовут, а город Тактаун. There was something wrong with this city. Strange reports had been coming in about bizarre incidents and gruesome. Ну, судя по газетам, там куча зомбарей. Rioters had overrun entire areas inside the city. It seemed the officials had lost. Так что нас отправляют в самое веселое местечко на свете. But nevertheless, I had a job to do. Мы прибудем на корабле. About to step in a freaking nightmare. Корабль сам уже что-то в крови. Каждый капитан маньяк, раз додумался туда плыть, знаешь, что там такое творится. Плюс еще посигналил в порту. Это как бы гудок на ужин для кучи зомби. Доброе утро, прям доброе. Да, все рады видеть вас. Все бегут, он нас еще говорит при этом. Ну, управление здесь простое. А влево, Д вправо, С присесть, Спейс прыжок. Чем дольше живем, тем выше прыгаем. G у нас стрельба. К это пинок ногой. L это смен оружия. У гранаты и молотова. Ну и под одного там, по-моему, до 9 или до 8, что ли. Смена оружия тоже можно. Вот уже зомбачки нас приветствуют. Ползет какой-то. Привет, друзья. Ну и для вас ничего нету. Вот еще один. Какой-то офицер, или непонятно кто. Подрываем. Даже зомби есть с этими, с пистолетами. Не могут еще и сзади зайти. Гранатку. Как доски подлетают прямо. С помощью ноги мы включаем здесь всякие рычаги. Еще один. Колени упал. Если нажимать один раз на выстрел, то будет одиночный выстрел. Если зажать, он будет просто выстрелить всю обойму. Тут все удобнее, когда толпа идет.
Патрон с бесконечной пистолетом, но 12 обоими. Бахнул. Такими большими лучше рядом не стоять. Игра, в принципе, напоминает Valiant Hearts The Great Wars от Ubisoft. Вот такие у нас есть чекпоинты здесь. И рядом сразу хавчик стоит для остальных здоровья. Вот эту верзилку лучше убивать быстро. О, не хилился там здоровье, значит. Голову тоже неплохо слетает. Он очень больно бьет, и у него много здоровья. Так. Вот эти могут вообще откуда появляться. Вот он. И жирненький достаточно. Оружие от этих зомбаков понять нельзя. Подрываем. Как он даже залез-то, если даже слезть не может. Стекла даже бьются. Игрушка, правда, немножко подлагивает во время записи. То, что стоит Full HD, 60 кадров. Надеюсь, никто не обидится на это. Просто с такой графикой лучше играть на высоких. Уже есть дробовик Томпсон. Давайте возьмем Томпсон. Так, чекпоинт у нас уже есть. Зомби безмозглые атакуют все равно. Можно на ходу прям стрелять прыжки. Перезаряжаться, конечно, лучше в паузу. Пули прям как будто специально прям по заказу в голову летят. Вот этих зомбиков оттолкнули. Ну, в общем, мы сваливаем, так я понял, с трюма корабля. У нас 14 патронов осталось, перейдем на обычный ствол. Вот эти зомби убивают в голову с вывесками. Потому что доски их защищают. Хотят гранаты, а от молота ничего не защищает.
сказал лежать. Так, что у нас тут дальше? Собираемся, собираемся. Не стесняемся. Hey, look, it's Napoleon blown apart. Злая дамочка. Конечно, внешний вид зомбаков ничем не отличается, практически там набор просто идет. Держите, чё? Жалко, что ли? Какой автомобиль? А придется взорвать. Даже колесики отлетели. Ух ты! Команда была лежать. Как видели, даже дробаш не убивает эту тварь. Пока. Так что, как видите, можно даже с пистолетика, в принципе. Убить такого достаточно крупненького зомби. Учитывая, что бесконечные патроны, то это, в принципе, лучше его использовать. Ух ты, ё. А вот этими лучше прям всех сразу там самогасить. Они жирные, да и чем более их много. Ох ты, насыпил говняку. Прям так рот открывает, как будто и патроны в рот засовывают, как в фильме «Маска». Сейчас патронов нажрется и выплюнет обратно. Че, насмешки какие-то? Толстячок. Ох, люблю, когда все взрывается. Чекмунхавчик. Товарищи, пока. И теперь он точно девочка. А вы уже точно все. Вот он, револьвер. Вот эта штучка очень хорошая. В плане того, что сносит бошки любым. Или вот это манды. Хотя она хорошо горит. Он пробивает насквозь нескольких засранцев. И получается, что можно там, скажем, 2x завалить.
бежать. И вам тоже команда была. Бежать. Ты вообще свали оттуда. Так, перезаряем сразу оружие. Так, револьвер. Курица пока нам позволяет. Два сразу. Теперь они точно девочки. Курить. А как я люблю эту пушку. Нет, бочки. Тут немножко вот в краях уровень есть. Эх, жизнь, моя жестяка. Лови гранату. Эй, Тони! Думал, ты был мертв! Should have stayed that way. Хорошая пушка. Кури. Иди сюда. Вообще ему по кофе куда подать. В природе вообще пофиг куда, в ногу, в пятку куда. Hey, pal, красота-то какая. Нашли какого-то чувака в порту. Он нас благодарит, потому что после его задницу. Ну, знаем, короче, что тут зомбаки, короче, появились. Ну, короче, настоящий зомби-апокалипсис со времен мафии. Да, Святой Патрик. Ну, само собой, стволы есть, проблемы решаемые. My name's Vinny Canola, and I'm looking for a guy called Frankie to fly. Как будто Фрэнки такой единственный прямо в городе, что все его знают. Always in trouble, that kid. What are you looking for him for? I gotta find him and take him straight to the big boss of the Baluchios. The Baluchios? You're on the wrong side of town, pal. Their turf is on the north side of the river. Туда попал, типа. Cuts Thugville in half. Вот мой advice. Как обычно. Через полгорода проберешься, прежде чем найдешь нужное место. They pay me a lot of dough to get him there without so much as a scratch. So I guess he's got to be pretty important to them. And that makes him important to me. So can you get me to him or not? I think I know where he is. Ну, само собой, тут куча зомбаков. Meet me at the pawn shop at the end of the harbor. It ain't far from here. We'll talk there. Ну ладно, погнали дальше. Что у нас тут? О, патрончики. Такие прям ошметки, как мяско, блин. Ух ты, тут все взрывается.
какие-то тут бабы валяются с голой жопой. Чувак, я не твой завтрак. Не твой тоже. Трупа продолжает дальше бегать. Поэтому лучше присесть, потому что газ иначе будет травить. I can do this all day. Ох, как хорошо. Взрывы, кажется, здесь хорошо сделаны. Маловато за дело. Ну, я думаю, на этом мы закончим первую нашу часть прохождения игры. Всем спасибо за внимание, ставим лайки, подписываемся, оставляем комментарии, ждем продолжения. Всем удачи!